Здравствуйте, дорогие друзья! Из этого очень короткого видео вы узнаете, как быстро узнать номер телефона владельца автомобиля, который не оставил его, припарковав свою машину. Поводом для видео послужила ситуация, когда нужно было срочно воспользоваться автомобилем, но он был заперт для выезда. На помощь пришел сервис AV-Info. На сайте avinfo.guru, которые используются для проверки автомобилей перед их покупкой. Оказывается, его можно использовать и для этой ситуации, которую вы видите. Сначала мы попробовали узнать номер телефона владельца белого автомобиля, который стоит впереди, но его не нашлось в системе. Попытка определить номер телефона владельца оранжевого автомобиля оказалась успешной. Как вы видите, ресурс выдал два номера телефона, позвонив по одному из них, мы смогли решить проблему. Вышла женщина и отодвинула автомобиль. Оказывается, сервис можно использовать не только на стационарном компьютере, но и в его мобильной версии, если у вас установлен Telegram. Антипаркон бот. На экране вы видите, как можно установить номер владельца телефона через мобильное приложение Антипаркон бот. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, это видео будет полезно и для других зрителей в аналогичных ситуациях. Приглашаю вас на мой канал «Поиск быстро». Подписывайтесь на него, тогда вы будете своевременно узнавать о появлении новых видео. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!